Юрий Бекаревич. Фамилия от слова «бекар». Сначала несколько таких четверостишек коротких. А, ну они и есть короткие, это же четверостишки. Извините, буду подгадывать, шпаргалочка такая. Так жизнь сложилась смыслу вопреки порой непредсказуемой натуры. На свете есть не только дураки, на свете, к сожалению, есть и дуры. Не пишу для дипломов и грамот, они жгут поэтический дар, лишь одним искушением стянут, если будет потом гонорар. Недавно понял, что ВКонтакте иногда, как и в природе, эволюция возможна. Есть друг, помолвлена, встречаюсь, влюблена, в активном поиске, не замужем, все сложно. Работай не скуки ради, трудись на себя в поте, а будешь работать на дядю, не хватит денег на тетю. Скажу по простоте своей, я верю в искренность друзей. Все, что они желают мне, я им желаю всем вдвойне. К соблазнам относитесь жестче. Сжигайте жир своей утробы. Не комплексуйте, будьте проще. И к вам подтянутся амебы. Жизнь уверенной походочкой с предложениями катится. Молоко, лимонад, водочка, минералочка, капельница. Андрей сказал смущенно Гале: я пристаю, когда я пьян. Галина тихо промолчала, достав бутылку и стакан. Застав на лестнице грабителей с картины, им сказала тихим голосом Татьяна: украдете у соседей пианино, я в полицию тогда звонить не стану. Мимозы распушились ветки, украсив в марте Петербург. Не зря весною Клара Цеткин встречалась с Розой Люксембург. Уборщица сортира Алла прослыла женщины простой. Над писсуаром написала: не льсти себе, поближе стой. Когда вам мнится, сидя в кресле, все в жизни наперекосяк, после 50, если, еще плесните 50. У Камасутры сплошь курьезы, нам их наука не нужна. Есть только две нормальных позы: сначала он, потом она. В три ночи кто-то с размаху, как стукнет внезапно мне в дверь, что я из рук чуть от страха не выронил электродрель. Споткнулся, кетчупом облился, попал по пальцу молотком и в полной мере насладился великим русским языком. Чтоб каждый день мне был не новым, себе вопрос я задаю: к чему сегодня быть готовым? И отвечаю: ко всему. И одно такое длинненькое с рефреном, написано на днях. В подземный переход зашел я от дождя, промокший весь. Флейтист играет рок-н-ролл. Он просто очень хочет есть. Пришел в аптеку, как в буфет, здесь у окошка не присесть, аналогов в рецептах нет. Провизор тоже хочет есть. Лукойла Маузер в бензобак привычно вставил, чиркнув жесть, а по-другому мне никак. Нефтяник тоже хочет есть. Слюнявый глазками сверля, очкастый и вспотевший весь, чиновник смотрит на меня:
наверное, тоже хочет есть. Девица в баре визави, флюидами пускает лесть, улыбкой манит, позови, наверное, тоже хочет есть. Таможенник багаж тряся, привычным жестом отдал честь, с ним ссориться никак нельзя. Он, видно, много хочет есть. Работодатель с дальних гор привез специалистов смесь. Все мастера, как на подбор, он много, много хочет есть. Я с улицы пришел домой в 5 вечера, а может в 6, и понял, что в стране родной найдется каждому поесть. Спасибо.